О. Эксперт по заявкам. Рада. Нахер. Алло? Алло, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Привет. Компания «Кредит Экспресс Финанс». Город Москва, меня зовут Барская Любовь Сергеевна, специалист отдела взыскания. О. Дмитрий Евгеньевич Кузнецов? Слушаю вас. Вы Дмитрий Евгеньевич? Да, что? Что надо-то вам? Мне необходим Дмитрий Евгеньевич Кузнецов. Получай, со всеми потрохами, вот он я. Делай, что хочешь со мной. А вы, может, будете нормально разговаривать? Конечно, а что тут такого? Ты спросила, я тебе говорю, вот он я. Что тут ненормального? Или надо выдержать тон, как президента? Да мы просто на «ты» не переходили, Дмитрий Евгеньевич. Да ладно. А, надо было на «вы» говорить? Сори, извиняюсь. Давайте на «вы», конечно. Я просто привык... А вы где воспитывались-то вообще? Детский садик «Ручеек», потом три школы подряд, номера тебе ничего не... Ой, извините, вам не скажут. Потом, ну, там дальше уже высшее учебное заведение, в армии послужил, поработал как следует. Ну, вот. На все вопросы отвечаю. А что с воспитанием моим не так? Алло. Вообще-то с незнакомыми людьми надо на «вы» разговаривать. Так нет.